17 ноября в России отмечается День участкового уполномоченного полиции. Сотрудников этой службы недаром называют народными полицейскими, ведь именно они находятся ближе всех к людям, и именно их знает каждый житель. К профессиональному празднику наша съемочная группа подготовила сюжет о нелегкой, но в то же время интересной работе участковых полицейских. Здравствуйте. К вам можно, Алексей Сергеевич? Здравствуйте, проходите. Всегда готов выслушать и в любую минуту прийти на помощь. Во втором отделе полиции Алексей Никитин уже 10 лет. Здесь и началась его карьера. Пройдя стажировку в различных подразделениях ведомства, он выбрал работу участкового, активную, интересную и подразумевающую общение с людьми. Под пристальным вниманием капитана Никитина находится 50 домов на третьем почтовом отделении. В полицию обычно приходят люди со своей бедой какой-то. И вы знаете, нам очень повезло с Алексеем Никитиным, что у нас такой участковый. Бдительность и грамотность – вот, по мнению Алексея Никитина, главные качества, которыми должен обладать участковый. А в некоторых ситуациях сотруднику полиции необходимо быть и психологом, ведь находить общий язык приходится с абсолютно разными людьми. И, конечно, по долгу службы на пути нередко встречаются опасные преступники. Это было в 2009 году, находился в рабочем кабинете, от граждан поступил звонок. Дому 58, что в подъезде подозрительный мужчина на лестничных площадках. Выехали совместно с водителем дежурной части. Да, находился мужчина, при проверке документов он нервничал, то есть видно было, что человек с психикой что-то. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске за Химками Московской области за совершение убийств. В этом году Алексей Никитин принимал участие в областном конкурсе «Лучший участковый». За эффективную работу, а это 22 раскрытых преступления за 9 месяцев, ему удалось занять почетное второе место. Лучшим своей профессии Алексея признали в этом году и люберецкие коллеги. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.